Через пару лет нации закатили мне пулю. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой. Ита! Я тут! Джо! Хе-хе-хе! С возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали? Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Вот и он, Empire Bay. Activated. Колей, скучал по нему? Ну, а ты как думал? Не скажу, что тут прям рай на земле, но где угодно лучше, чем в Акоме. Что с погодой творится? Говорят, это самая холодная зима в истории. Но не волнуйся, стаканчик тебя сразу согреет. Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? Года два? Почти три. Помнишь у Тони Сакелли? Ну, Вита, не путай. Последний раз мы пили, когда тебя провожали на фронт. После похорон твоего папаши. Помнишь? 5 минут разговора и опять на папашу моего свернули. Может, сменим тему, а? Ну так скажи, старик, как оно там было? Я даже газеты читал, чтобы сориентироваться, а ты же знаешь, как я ненавижу читать. Да, я знаю. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну, типа. Нам слегка помогли, есть такой Дон Кало. Нифига себе, Дон Кало? Я про него слышал. Правда? А то! Я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, считай, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял. Да уж, а тебе, говорят, дали медаль. Ого, сам Паттон вручал. Так ты настоящий герой войны. А потом что, трахнул пару сицилийских тёлок и вернулся домой? Да, точно. Старая родина. А тут можно вообще трахать все, что движется, и всем плевать. Какая страна. Ну, за Соединенные Штаты и за возвращение. Салют. А, салют, Чентани. Ну, какими судьбами? Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Чуток повалялся в госпитале, а теперь вот на побывке. Стой, погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал, война еще не кончилась. Ты ведь туда не хочешь, нет? Нет, конечно, ну что ж поделаешь. Минутку, подожди-ка. Эй, Джузеппе, это Джо. Помнишь, на той неделе ты мне помог? Имя? Имя надо. Вита Скалетта. Спасибо, Джузеппе. Ладно, до встречи. Так, слушай меня. Выяснилось, что ты ранен намного тяжелее, чем казалось поначалу. И доктора говорят, что ты отвоевался. Что? Стой. Ты что? Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра. Когда дело касается печати и подписи, это только вопрос денег. Ты шутишь, правда? Ха, не слишком рискованно? В случае чего сидеть-то мне, сам понимаешь. И деньги я откуда возьму? Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну, спасибо. Всегда пожалуйста. Комонфратте, ты мне как брат родной. Теперь можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. Но сначала я домой. Ладно, подвезти? Нет, спасибо. Пройдусь, посмотрю, что изменилось, пока меня не было. Не вопрос. Передавай привет сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим. Has an answer to that question, and that answer is donation. Materials which are vital to the war effort. Приехали. Да, спасибо. Сдачу не надо. Привет, какие новости? Как дела, солдат? Я дома, так что все отлично. Ты на побывку или совсем?
Это секретно. Что нового произошло? Честно говоря, немного. Все хотят, чтобы война кончилась. А еще говорят, это самая холодная зима в истории. Жаль, нечем тебя порадовать. Да, и мне тоже, да. Ладно, пока. Увидимся, старик. Добрый вечер. Эй, посмотрите, кто вернулся. Вита, отлично выглядишь для раненого. Привет, Лиза. Как дела? Франческо сказала, ты скоро вернешься? Наконец-то хорошие новости. Да, это да. Хорошо все-таки дома. Знаешь, я так рада, что с тобой все в порядке, а круга без тебя просто совсем не та. Ну, вроде бы тут все по-прежнему, включая тебя. Ну так какие планы на вечер? Ну, знаешь, как обычно. Готовлю ужин для Тони и детей. О, ты вышла замуж. Да уж, времени не теряла, да? Да ладно тебе, Вита, мне уже 21. Конечно, я замужем, двое детей. Ладно, была очень рада тебя видеть. Передавай привет маме, хорошо? Чего надо, чувак? Чего желаете сегодня? Отпусти его! Так, мы сейчас вернемся! Черт с вами! Никуда он не пойдет! Да всего-то, кружка пива! Эй, Джорджи, ну ты что? Так и будешь сидеть под каблуком у своей бабы? Джордж, никуда не пойдет! Марш отсюда! О, значит, Джордж и правда у нее под каблуком, а? Ну, нам больше пива достанется. Пошли! Не твоя вина. Кто знает, может, снова открою, когда война кончится. Ну, тогда удачи. Спасибо, малыш. Вали отсюда! Диадио!
Тебе не одиноко, солдатик? Привет, мама. Я вернулся. Вита, Вита, сынок, ты вернулся. Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Вита, сестричка, как дела? Иди сюда. Садись, садись. Ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Зуппа ди Полло. Тебе полезно. Ого, вкусно пахнет. Ах, папа твой не дожил до этого дня. Он бы так тобой гордился, Вита. Да, да. Вита, как так можно? Прости, мам, прости. Бенича, сеньоре, команчара, кепарунта. Ты мочи венно, провидене пора вечере генинано. Тебе нужно отдохнуть. Твоя комната ничуть не изменилась. Ну а как вы сами-то? Франни, ты как поживаешь? Живу пока с мамой. Нашла работу в офисе. На жизнь хватает. Я даже начала отдавать папе на долги. Франческа, не надо сейчас об этом говорить. Ну а молодой человек есть? Пока нет. Куда спешить? Молодые люди сейчас не очень видные. Она обязательно найдет своего суженого. Как ты, бомбина мио? Это, наверное, было ужасно. Я так боялась, молилась за тебя каждый день. Ничего, мам. По большей части я джип водил. Ну, пострелял немного. Ну, увидимся утром. Спи крепко, бомбино мио. Здесь жить нельзя. Надо что-то придумать. Activate it. Deactivate it. Тебе когда обратно? Вообще-то, вроде не надо. Но мне Джо с этим помог. Джо, ты опять хочешь попасть в беду? Мам, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Нет. Именно. Нет. Джо мне, наверное, жизнь спас.
Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Знаешь, твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он из профсоюза. Найди его и работай усердно, как твой папа. Найди его. Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама, ладно, обещаю. Грация, Адио. Мне плевать. Простите. Мне плевать, хоть юбку последнюю продайте. Что тут происходит? Вито! Не лезь не в свое дело, дебил. Да ну. Да. Пойдем, малыш. Я отведу тебя в школу. Оу, как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня слабо, а? Вито, пожалуйста, ты делаешь только хуже. Мне понравится. Знаешь что, вали отсюда нахрен! Вы пожалеете, вы оба пожалеете! Что происходит, черт возьми? Прости нас, Вита. Мы не хотели тебя волновать. Чем? Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? $2000. Сколько? Черт. А хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели, или долг снова вырастет. Такие деньги мне в порту не заработать. Кто этот тип? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, Вита. Мы справимся как-нибудь. Не бойся. Я разберусь. Обещаю. Спасибо, Вита. Береги себя. Как-то надо нарыть две штуки и быстро. Джо наверняка поможет. Можно? Ты только что спрашивала. Да черт тебя подери. Да кто тебя в задницу укусил, а? Ты 100 лет уже возишься, мне холодно. Холодно? Ну сиди в машине. В машине тоже холодно. Давай чини эту свою помойку. Да я б давно закончил, если б ты мне помогала, вместо того, чтобы пилить.
я тебя не пилю. Да, конечно, дорогая. Если бы ты так разводным ключом орудовала, как языком, мы бы уже давно дальше ехали. Ой, ты такой бестолковый, потому что тебя в армию не взяли. Не можешь не напомнить, а? Муж Этель Фрэнк, летчик-истребитель. Чарли, муж Маргарет, водит подлодку. Прекрати. А мой муж? Ах, он не годен к службе. Он работает в бакалее. Да. Знаешь что? Сама ее чини, сука вонючая. На что уставился? Эй, смотри, где стоит. Эй, помощь нужна? Конечно. Надеюсь, у нас получится лучше, чем у моего никчемного мужа. Ну вот, все готово. Всего-то пару гаек покрутить. Правда? Спасибо тебе большое, красавчик. Не благодари. Простите, мэм, вы не знаете, где живет Джо Барбара? Направо от лестницы. И скажи ему, чтобы больше по ночам не шумел. Не нравится? Пусть ищет другое жилье. Я не вовремя? Нет, совсем нет. Заходи и поговорим. Вот же свинья. Я подцепил этих тёлок по пути домой из бара. Я тебя ждал. Так, девочки, закругляемся. У меня дела. Заходите завтра, продолжим с того же места. Топ-топ. Джой, ну ты что? Может, мы все вместе повеселимся? Веселье закончилось, крошка. Я сказал потом. Мы с Витой очень давно не виделись. Сколько всего надо обсудить. Похож, ты молодцом, Джой. Неплохо. Я тебе скажу, это испаночка что-то с чем-то. Ну, как дела дома? Хорошо. Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты ее знаешь. Хочет, чтобы я нашел честную работу. Будешь искать? Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жилье. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь. Да живи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма. Я знаю многих, которые отлично платят, так сказать, за риск. Чтобы я для старого друга ничего не нашел. Работяги, они же неудачники, точно. И не говори. Ладно, шаг первый. Познакомим тебя с Джузеппе и заодно заберем твои бумаги. Пошли. Вау, вот это кровать! Эй, не знаю, как у вас там в армии, но у нас так, один мужик, одна кровать, ладно? Ты издеваешься? Я разглядел этих твоих тёлок, так что даже за деньги к ней не притронусь. За 3 года ты заработал на всю эту роскошь? Скорее, за 3 месяца, только-только все обставил. 3 месяца?
Твою мать. Связи нужны, вот и все. А у тебя они уже есть. Меня-то ты знаешь. Так ты подумал о том, чем заняться? Ты сказал, что представишь меня этому Джузеппе. Нет. Не прямо сейчас, а вообще. Там на фронте ты не думал о том, чем займешься после возвращения? Да не то чтобы... Ну так, в общих чертах. Найти девушку, жениться. Да. Ну, а на эту ерунду у тебя еще времени вагон. А сейчас я тебе устрою настоящую жизнь. Да. Спасибо еще раз за бумаги об увольнении. Да че, всего-то один звонок. Скажи спасибо Джузеппе, когда к нему заедем. А можно... Что? Сесть за руль? На дорогах гололед, а ты водить не умеешь. Джо, я за баранкой сидел почти все время. Это же не танк, это одна из лучших машин, какие можно купить за деньги. При чем тут танк? Я джип водил. Что такое джип? Это... Неважно, за руль пустишь или как? Ладно, ладно, вот ключи, только осторожней. Значит так, в такую холодрыгу надо газку поддать побольше. Это самая правая Извините. Педаль будет. Я знаю, Джо. В порядке, знаю. Бежим! Не стреляй! Хорошо, теперь направо, потом езжай пока прямо. Эй, полегче, помедленнее, а? А то на ровном месте заметут. Эй, Вита, знаешь, что сегодня за день? День как день, откуда мне, блин, знать? День, когда ты станешь автовладельцем. С радостью, только не на что. Кто сказал, что надо платить? Слушай, а ты не шутил. Тебя и правда научили водить. Хоть что-то хорошее от этой войны. Ух ты! Только глянь на эту цепу. Отлично. Джефферсон 42.
Красивая какая, прямо стыдно окно выбивать. Лучше подбери себе отмычки у Джузеппе. Добро пожаловать в универмаг Джузеппе, рай для вора. У него, как в Греции, есть все, даже липовые разрешения на оружие и увольнительные для тех, кому надоело воевать. Эй, Джузеппе, привет, я тебе клиента привел. Он свой, да? Пася, Бенедика. Легко, да? У тебя получится. Я все время практикуюсь, когда ключ в машине забуду. Увидимся, Вита. Ну что, ты все еще не против ее взять? Ты что, шутишь? Я влюблен. Ну тогда это твой шанс. Подозрение в угоне машины. Жми на газ. Мастерскую. У них специальный сервис есть. Самое то. Эй, за это ж платить надо. Не переживай, я все устрою. Да найди любой сервис. Я знаю ихнего хозяина.